Hi, Musni. How are you? I am good. Thank you. This is your second fight in this organization. How has been your experience with RS so far? How do you rate the fans, the atmosphere, compared to other organization you fought in? Он говорит, короче, это твой второй бой в РС, и говорит, как тебе это понравилось, этот опыт с РС, фанаты, обстановка по сравнению с другими организациями, где ты дрался? Нужно сказать, что это высочайший уровень, что РС тут делает. Я очень доволен, мне очень нравится. Во время моего последнего боя, когда я выходил на бой, парижская публика меня очень сильно поддержала. И это мне дало очень большую энергию, и вы сами видели, что с этой энергией случилось. Il dit que c'est son premier combat là, il a kiffé de ouf son combat et tout, et la public de Paris, il a bien accueilli, c'était bien bouillant et ça lui a donné énergie pour vous avez vu dans le combat, il a dit le KO, voilà ce qu'il a fait. In your last fight, you scored a perfect first round knockout. Are you willing to do the same thing against Leonardo Damiani? В прошлом бою ты сделал просто отличный нокаут в первом раунде. Пытаешься то же самое хочешь сделать типа в этом бою? Конечно, почему нет? Быстро дело гуляй смело, как говорится. Буду к тому идти, чтобы в любой способ быстро закончить мой бой. Но это не значит, что я недооцениваю моего соперника, тоже хороший парень. Будут искры, будет война. Bien sûr, il a toujours envie de finir le combat et rentrer chez lui, mais ça veut dire pas qu'il sous-estime son adversaire. S'il faudra faire guerre, bah il est prêt à faire la guerre. With the win over Leonardo Damiani this weekend, can we expect that you get the winner of Abduragimov Amusu for the RS belt? После сегодняшней победы, когда если ты выиграешь, когда ты выиграешь, когда ты выиграешь, захочешь ты подраться с победителем Абдурагимов Карл Амусу? Когда мой бой закончится, и иншаллах я его выиграю, я намерен вызвать на бой Франки Гаспанди или Килиана Мемапи. Гастамби. Или Келлина Мебапи. А бой Лиззи Кинг и этот парень, который дерется, я надеюсь, что мой брат Лиззи Кинг после своей победы пойдет в UFC, и я смогу подраться за титул. Après sa victoire, il va éviter soit Франк Гастамби, soit Килиан Мбаппе. Non, il dit en vrai, il dit que il espère que Abdul il gagne son combat, après il va à l'UFC parce que c'est son frère et voilà qu'on va pas se battre. Okay, so now you told me that Abdul is your brother, like your brother for you. Are you impressed with his ground game in this game of MMA? Он говорит, ты сейчас сказал, что он тебя как брат есть, короче, ты это интересующий его это, как тебе его это интерес, есть ли интерес у тебя удивляет его этот Grand Game, внизу как он работает, Абдул Уэбенс? Да, я очень в восторге его работы в партере, и как он делает шоу тоже, когда он выходит на бой, как публика реагирует. Это мой старший брат, я буду от него тоже, я учусь от всех наших братьев-бойцов знаменитых, от него буду тоже что-то брать, и когда он в UFC уйдет, то придет Изи Кинг Муслим. Il a dit genre bien sûr il fait des trucs de ouf au sol et en plus de ça il met le show les fans ils aiment les rentrer et tout et il apprend de tous ses amis de son pays et tout là de un peu de partout on va dire il espère qu'il va vite partir gagner son combat vite partir et ça va être le nouveau roi de welterweight. Do you have a final message for Leonardo Damiani before the fight tomorrow night? What did you saw in his eyes in this teardown, in this face-off? Он говорит, у тебя есть перед завтрашним боем, у тебя есть какой-то... Qu'est-ce qu'il doit envoyer message или он va message? Он говорит, какое ты хотел бы ему сообщение отправить и что ты увидел, когда мы друг другу сейчас смотрели?
Я смотрел в него глаза, я видел, я заметил там страх, как он, как я у него в голове, у него в глазах было написано «борьба, борьба, борьба». Я ему это и сказал, вижу страх в твоих глазах. И потом чуть-чуть, чтобы его подразнить, дал ему руку и потянул его руку, сказал: «Покажи мне силу, покажи мне силу», но я ее и так и не почувствовал. Il a dit dans ses yeux, il a vu la peur. Et c'était écrit « lutte, 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 lutte ». Et c'est ce qu'il lui a dit, que c'est le seul truc qui lui reste, quoi. Et après, je voulais un peu chambrer, j'ai tenu sa main et je lui ai dit « montre ta force ». Et il n'a rien montré, donc voilà. Thank you very much. Give me five, give me ten, call me daddy. Everybody.